Хэйоу, гэй, с вами Шимики, и это у нас Лего Бэтмен видеогейм. И мы с... Вот, видите, вот теперь с нами и Фризик есть здесь. Поехали. Третий уровень, и это зеленые пальцы. Зеленые пальцы, значит, плющ, но у нас плющ была, кажется... Четвертый, подождите. Ты никогда мне не нравилась, Иви. Но ты... Растешь прямо у меня на глазах. Ха-ха. Перл достойный Джокера. Перл достойный Джокера? Эти семена мутировавшего лиан в ботаническом садах помогут нам подняться. Вперед, зеленая сила. Это же Гордон, да? Или нет? Так, ладно, нас посекли. Воу. Ну, это ядовитый поцелуй, да, этот? Приветик. Поцелуйчик. Смертельный поцелуйчик. Эй, я одному уже дала. Ну, в смысле... Так, что у нас здесь? Цветок? Нет, нет, пожалуйста. Начало ломаться. Все начало ломаться. Полосочки, да, наверху, видите? Ломается, все ломается. Ладно, не проблема. Не знаю, что оно дало мне. Ничего не дало. Так, окей. Да, полоски, видите, в основном сейчас. Все-таки проблема была в разрешении. Хотя в прошлых сериях, когда я снимал много серий даже, там ничего не было. Все было хорошо. А здесь, увы, проблематичность. Надеюсь, хотя бы тут веревок не будет, потому что... Если брать Лего Индиана Джонса, то у нас не было веревок. Но здесь у нас в основном сейчас Ридлера сделать, я думаю. Все, молодец. Ой, тихо. Черт. Да, мы не видим своих монеток. Не беда. А, ну, я не буду видеть тех, у кого знаки вопроса вот над головой. Вот это будет проблема. Хотя, может, и узнаю. Фиг его знает. Так, давай на самок нам соберется, да, Ридлер? Я думаю, подождем. Ты что, не успела? Пипец, если она не может залезть. Да нет, залезла. Давай, вперед, вперед. Молодец. А, мне этот нужен. Стопэ. Оп. Давай быстрей. Так, там ничего нету. Погнали. О, все. Кажется... Кажется... Нет, не починилось. Ладно, это можно было и так догадаться. Без подсказки Джокера. Мы должны освободить растение. Окей, хорошо. Готово. Тихо, с другой стороны статую нужно толкнуть. Куда мой персонаж делся? А, вот тё. Давай, Ридлер, херяч. Да-да-да, открывай. Все, погнали. Мы на уличке. Сразу. Железные растения у нас. Что, все, не хотите драться уже? Блин, здесь столько всего. Вот странно, да? Вот. По сути, она только за растения должна
быть, но... Она их ломает. Зачем? Это ж, считай, типа ее собратья. Меньше. Ух. Сколько деталей. А тем Риддлер может управлять. Что ж там включатель? Странные растения, если это вообще растения. Так, окей, достраиваем зубики, зубики, зубики. Так, я уже понял, зачем он мне нужен. Сейчас мы это все быстренько сделаем. Блин, не, если они бесконечные, я просто лучше пройду вперед, сломаю это. В смысле вы меня просто руками бьете, слышите? Вы нахлые? Отстаньте от меня. Я подполз от вас. Да отстань ты от меня. Я ничего не сделал плохого. Мешаете мне здесь. Что я творю вообще? Мне просто нужно ворота сломать было, оказывается. А я фигнёй страдаю тут. Ой-ой-ой. Ой-ой. Так, ладно. Тогда нужно сделать лодку, катер и проплыть. На что это похоже? Лебедь. Это лебедь? Да-да-да, это лебедь. Гусь. Минус. Тихо. Давайте ничего здесь не делать. Все хорошо. Так, это Бэтмену. Так, закрыто, хорошо. Просто ломаем, не теряем времени. Может, что-то и найдем. То, что нам нужно. С той стороны еще, я вижу, можно обойти. Ты прыгаешь выше. Почему ты не можешь допрыгнуть туда? Объясни мне. Женщина-плющ. С этой стороны тоже ничего нету. Так, там нужен Риддлер будет. Пока что я ничего такого не вижу. Если мне нужно на гусе проплыть. Угу. Кажись, на той похоже. А, стопэ. О. Видите, о чем я вам говорил? Вот. Не знаю, можно ли управлять кем-то. А оказалось, можно. Оп. Вот они могут почему-то в ядовитых этих ходить, а я нет. Ну, я имею в виду за Риддлера. Вот видите, они ходят. Я не сказал, что у них костюм есть специальный для этого. Странные они. На, приятель, я тебе тут машину подогнал. Прилетел, не запылившись. Пускай открывает нам проход. Пойдем внутрь. А, это вообще машина уборщика. Робину бы она подошла. Так, ладно. Что здесь у нас? Раз. Два. Там ничего, да, нету. Так, почему-то мне как... Что меня это убьет?
Да. Огненные плиточки. Так, здесь чисто за нее надо. Так. Что я сделал? Ладно, внутрь я зашел, но дальше некуда. Ага. Ломаем, ломаем, ломаем. С этой стороны тоже нужно часть липса собрать. Готово. Вот черт, а мне эти нужны. А-а-а. Но все равно как бы. А как мне этого пропустить сюда? Ну, сделал я лифт и. Вот именно. Мне Риддлер сюда как-то нужно запустить. А, вот кнопочки, тю. Пошли. Я просто кнопку не заметил. Придется тогда игру перезапустить, потом снова начать. Хотя фиг его знает. Оно как, когда как? Бывает, допустим, видите, здесь просто полосочки. Такого. Я, кажется, договорился. Что они начали спускаться на какой-то невидимой хере. Имбовые копы. Спускаются на невидимых веревках. А потом все проблемами. Проблемы не наберешься. Да, да, да. Об этом я и говорю. Блин, вы твари, идите отсюда. Умирайте, умирайте, можете ко мне не подходить. Ну уйди ты в сраку. Фу, мне это бесить начинает. Бей их палкой, короче, и все. Так, здесь... Давай, я просто собираю, ты там разбирайся. Давай, давай, бей, бей. Ой, да, ты тоже можешь делать сальто, я понял. Молодцы, вы умеете делать сальто. Респект, уважуха, плюсик. Как он туда забрался? А, все, женщина плющит, ты мне нужна. Так, все хорошо, все хорошо. Никаких проблем у нас нету, ничего. Готово. Теперь мне просто нужно быстро активировать кнопочку. Сломать, наверное, растение, да? Не зря ж боссом у нас был здесь травяной монстр. А, не, все. Вот и все. Да. Да, вот эта проблема жуткая. С этой фиговинкой. Ладно, тогда давайте на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.